Приветствую вас, друзья, уважаемые зрители, гости, подписчики и моего канала. Сегодня пришла долгожданная посылочка с магазина Kasumi Buy. А в ней, друзья, давно уже ждал, давно хотел купить. Тем более это как бы в подарок сыну купил. Такая хорошая вещь. Сейчас увидите. Вот. А в этой посылке вот так вот хорошо все упаковано. Здесь, друзья, кухонный нож. Так как многие смотрят мой канал, вы знаете, что мы увлекаемся хобби. Любим что-нибудь приготовить вкусное, готовим. Вот, и здесь пришел хороший, классный японский нож. Сейчас вскрою и продолжим. Ну вот, друзья, вскрыл посылку. Очень хорошо упаковали в магазине. В посылочке вот такой вот нож. Нож Масахира. Японец. Настоящий японец. Вот. Давно, друзья, я его ждал. Давно хотел купить. Ну и наконец-то я его приобрел. Вот. Скоро сделаю обзор по данному ножу. Конечно, будем готовить при его помощи. Такой вот ножичек. Что хочу сказать об данном ноже. Нож Масахира. Нож универсальный для нарезки, для тонкой нарезки. Как бы можно им все резать, и мясо, и овощи. Вот. Скажу сразу про сталь. Сталь нержавеющая. Кто знает, сталь АУС-8, вот. Длина лезвия 20 сантиметров, а длина самого ножа 33 сантиметра. Заточка двухсторонняя, асимметричная. Вот. Толщина обуха 1,5 миллиметра, ширина клинка 34 миллиметра. Весит 100, ну, заявлено 102 грамма, но... Да, так он и весит. А жесткость стали 58. Заточечка асимметричная. Ну, данным клинком мы будем готовить. Что будем готовить, вам покажем. Также покажу тест данного ножа, как он режет продукты. Ну, вот сейчас хочу его проверить на газетке. Да, такая острота у меня только у охотничьих ножей. Вот. Так вот режет. Видел. Отлично, отличный на самом деле нож. Рекомендую, кто любит заниматься кулинарией, заниматься приготовлением дома, конечно, рекомендую хороший японский нож. Все, спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо, что вы со мной на моем канале. Спасибо, что комментируете видео, ставите лайки. За это вам большое спасибо, друзья. И всех благ вам и вашим близким. Мирного неба над головой. Побольше успехов. Спасибо, друзья. Смотрите мои следующие видео.